Одно дело быть признанным мастером в своем городе, совсем другое на всю страну и даже мир. Для специалистов бьюти-индустрии шанс расширить границы выпадет в начале декабря на чемпионате по свадебному макияжу и прическе в Челябинске, победители которого будут представлять Россию в составе национальной сборной в чемпионате мира World Beauty Congress в Индии в марте 2018 года. Сегодня мы встретились с организатором и партнером первого отборочного чемпионата Светланой Филимоновой и Марией Мандрыгиной узнать об особенностях турнира и требованиях к участникам. Не обязательно иметь большой опыт. Это могут быть начинающие специалисты в области визажа, в прическе. Это могут быть мастера со стажем, которые хотят участвовать. И этот чемпионат, этот конкурс помогает людям открыться, показать свою работу, носибельную коммерческую моду, которая есть в наших салонах, которая есть во всем мире. В конкурсе можно участвовать одному мастеру, можно показывать и макияж, и прическу, модный образ. И можно участвовать командой. Макияж делает визажист, прическу делает парикмахер, и они создают еще модный образ. И могут привлекать к сотрудничеству дизайнеров одежды, чтобы их модель была, выглядела там, в красивом модном платье. Победители челябинского этапа получают сертификат на участие в мировом чемпионате. В последние годы он проходил в Хорватии, Азербайджане и Арабских Эмиратах. В следующем году страной для его проведения станет Индия. Помимо работы на самом чемпионате в четырехдневную программу входят экскурсии и развлекательная программа. У нас, как мне кажется, сейчас в индустрии небольшой кризис в красоте. Вот. Хочется, чтобы мастера были гораздо более и уверенные в себе и постоянно совершенствовались, потому что клиенты стали более требовательными. Поэтому очень обрадовались, когда узнали, что у нас планируется такое мероприятие. А сами мы на рынке уже достаточно давно, и мы решили, почему бы не поддержать такую замечательную идею. Мастера у нас вызвались сами, честно скажу. То есть у нас работают очень талантливые девочки. Это Татьяна Сатартинова, которая и будет принимать участие в чемпионате. Она комплексно подходит к своей работе, то есть она делает и прически, и макияж. К ней чаще всего мы записываем всех невест как раз-таки. Честно скажу, даже мы не знаем, что она там покажет. То есть это все держится в секрете между ней и ее моделью, которая тоже работает у нас в салоне. В Челябинске, во-первых, мало проводится таких мероприятий. Во-вторых, когда вот мы на них появляемся, потому что естественные мастера участвуют, многие из них очень низкого уровня, откровенно говоря. А то есть, на мой взгляд, слово «чемпионат», оно говорит само за себя, что это нельзя провести кое-как. И у нас, на мой взгляд, такие достаточно хорошие спонсоры. То есть, помимо нас там участвует школа роста и практики, большая база парикмахеров, я бы сказала, откуда мы привлекаем участников. Я считаю, что все пройдет на очень достойном уровне. Свое приветствие участникам отборочного тура выражает также Гения Розен, национальный директор и председатель международного жюри чемпионата. Приветствую Челябинск, приветствую участников. Впереди грандиозное событие, замечательное. Конкурс. Очень хочу пожелать всем участникам побольше вложить страсти, старания. Хочу поделиться своим девизом, секретом, который меня очень всегда выручал и помогает до сих пор. Чтобы победить, нужно чувствовать себя уже победителем. И возможности каждого ограничивают его желание. Я вам желаю победы. По условиям конкурса на прическу и макияж дается по 55 минут, после чего зрители смогут увидеть свадебные образы на подиуме. Чемпионат состоится 9 декабря. Регистрация участников уже открыта.